Всех приветствую на моем канале, с вами я Лайн, и сегодня мы играем в КРМП на сервере Радмир Ролеплей, сервер номер 2. И сегодня мы будем покупать нормальную точилу, я думаю. Так, блин, ну не пишите мне во время серии. О, стоит дача Логан, но ее, скорее всего, мы купим на четвертом сервере, я ее уже могу купить. Там у нее госка 350, как все продают за 150к. И то бывает дешевле даже дают. Так, звук у нас. Чего у нас по звуку? Все вырублено. А то записывал я однажды серию, и из-за звука пришлось ее удалять. Так. Что у нас тут можно купить? Так. М4, смотрите, космос. Вообще топовое. Так. GMC. GMC-шка вот стоит. Ну, я не знаю. Может, купим сейчас что-нибудь другое. Я вот лично я хочу Волгу. Ну, думаю, Волгу купить. Но думаю, не на этом сервере покупать. Думаю, или на четвертом сервере. Ну, на четвертом сервере, думаю, или Волгу, или дачу Логан. Ну, это не дача, это Рено Логан. Вот. Короче, сейчас купим какую-нибудь тачку. Сколько стоит это? Она вроде 200 валит. Ну, я не знаю точно. Так что не будем ее покупать сейчас. Давайте сейчас я устроюсь таксистом. Добежим до базы такси. И я куплю... О! Вот же она. Вау, как она топово выглядит. Особенно в белом цвете. Цена. Цена. Так. ПТС просто. Покажи. Так. Я ее просто госку хочу узнать. О, Волга подъехала. Вот такую вот Волгу мы сделаем, да. Она такая занизанная, топовая будет. Так, блин, он что-то в АФК ушел, ну ладно. О, такси, 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 такси. Так, тариф 1 рубль. Никто. Вообще никто не возит эту таксишку, понятно. Она вообще пропала. Ну ладно. Так. О, такси, такси, такси. Стой, стой, таксист. Да иди ты сюда, блин. А, он другого чувака подвозит, ну ладно. Блин. Я, кажется, только сейчас понял, что вчера на прошлую серию по Радмиру, где я там тачку на прокачку делал, музыку не, ну, не выложил. Куда? Так, в мэрию. Ой, центр. Занятости. И жди меня там. Я потом. А, так. Потом спавну. Где таксишки? Ты куда поехал? Блин, отсюда не перепрыгнул. Ты как? Ну что ты? Что он делает вообще? Отсюда не перепрыгнуть, никак не бежать, что ли, блин, теперь. Круг огромный, не мог просто, блин, со мной сюда поехать. Ладно, набежали мы. В принципе, это было недолго. Так, сейчас к спавну возьмем таксишку, и на таксишке уже поедем. Так, таксист, вот. И я думаю, на таксишке уже поедем туда. Короче. Так, поехали к спавну около ЖД. Так. Куда? Назад. Короче, ну тебя нафиг, вообще дорогу не знаешь. Побежали сами, короче. Он вообще дорогу не знает или просто хочет на мне заработать. Нафиг это мне надо. Так,
прямо. Так. Поехали. Так. Марик, блин, нифига он нас сейчас подрезал жестко, нехило так. Возможно, мы еще, кстати, купим вот новую тачку для таксишек. Вот такую вот, да. Как она? Лифан вроде, да? Давай, поехали. Погнали. Так, красный. Ну ладно. Вот Лифан или как она там называется. Мне она не очень нравится, но в принципе пару серий погонять можно взять. И возможно мы ее именно купим, короче, на GTA. Ой, ну, на криминалке, короче, именно ее может купим в 04 сервере, если нам хватит 200к. Даже стой ты, блин, стой! Так, из-за него выйти не могу из тачки. Так, да. Все, поехали. Control. Закрыть. Control. Control. Нет, нельзя. Ну ладно. Так. Аккуратно. Лок 3. О, зелененький. Так. Ладно, поехали сейчас, я думаю, к среднему классу поедем, и потом посмотрим еще низкий эконом-класс, может оттуда что-нибудь купим. Так, на красный проскочили перед Иваном Аракелем, да? Это Иван Аракель был? СМС 555525. О, это ты на 4. Так. Напишем ему, это ты на 4. Аккуратно припаркуемся вот тут вот. Так. Видали, как я увидела его ника? На 4, да. Так. Это я на такси был. Так. Что у нас тут? Audi S4. Сколько она стоит? 3700, блин. Да это супра. Привет, кстати, передаю Ивану Аракелю. Так, пассатик. Едь к ППС. СМС 555525. Так, у меня серия. Не могу, сорян. Так. 3300 стоит. У меня бюджет 2к. Нет, нет. Шкода Супер Вито нет. Туарег нет, не можем мы Туарег купить. Так, 240SX не хочу. Opel Astra не хочу. M1 не хочу. Нет. Sierra. Во, Лиаф. Блин, она среднего класса, да? Смотрите, как выглядит, да? Красный вообще цвет. Лиаф не хочу я. Ну, хочу, точнее, на 4-м... Во! Смотрите-ка. Возможно, сейчас ее купим. Е55 AMG. Нет. БРЗ. Не, не хочу я БРЗ. ВРХ. Вот, возможно, мы ВРХ купим. Так, Skyline. Volvo. Focus. Polo. 600. 600, и, короче, не... Давайте сейчас еще посмотрим тогда. Так, сейчас посмотрим тогда класс, низкий класс, короче, и потом продолжим. Так, друзья, подъезжаем мы к БУ автосалону. Так, так, аккуратненько. Ой-ой-ой. О, смотрите, какая она низенькая. Низенькая, так сказать. Смотрите. Сейчас возьмем ее на тест-драйв, кстати. Блин, какая же она топовая, она мне так нравится, а. Почти на все машины, кстати, можно поставить гидравлику. Она вроде как стоит 250к, но не очень много, ага. Не очень много.
Mercedes-Benz нет, Lanos нет, пятерка нет. Так, семерка и Газельбиз нет, и раз нет. Что это за фигня? Так, Гольф, Вольво. Кстати, говорят, она валит. Так, нет, Акан, Фьора, Хантер, пятнашка, восьмерка, Рено Логан, вот, кстати, Рено Логан. Давайте ее на тест-драйв возьму. Кстати, она валит, причем неплохо валит. Блин, она неплохо так наваливает. Слушайте, может ее купим? Ну не здесь, конечно, на втором, на четвертом сервере. Я обязательно должен взять именно ее, потому что она валит. Ну, быстро разгон берет, 173 максималочка у нее. Ну, не очень. Ну, больше 90 валит. 120 тысяч купим ее обязательно. Лада Урбан. Нет, я, наверное, остановлюсь на BMW. Да. Давайте возьмем еще Volvo. Где там Volvo? А, мы же еще тест-драйв не сделали на Бэху. Вот, Volvo. 250к. Чего нет? Ну, видок. Так, ой-ой-ой, она как будто дрифткар, слушайте. Она тоже неплохо наваливает, я вам скажу. Блин, ну она переворачивается, как Хантер, да. Так, вот смотрите. Опа, мне она даже больше нравится, у нее подвеска такая мягкая. Но вот смотрите, вот такой вот поворот, все, она его не проходит, все. Короче, мы, наверное, берем Бэху, да. Наверное, возьмем Бэху. Смотрите, как ее сплющило. Сейчас возьмем Бэшечку, да. И стойте. А, еще я хотел сказать, что итоги конкурса, наверное, будут или 15 числа, или 10. Блин, ну я определенно должен взять эту Волгу на втором сервере. Она вообще топовая. Я думаю, ну, чуваки говорили, типа, Волга валит, но она, говорили, переворачивается быстро, но это наоборот, Вольво переворачивается, а Волга едет нормально. Ну, это я так, наверное, подумал, наверное, они нормально писали. Ну, ладно, аккуратненько, нет, все, заходим. Поворот зашли. Сейчас, короче, я думаю, тест-драйв возьмем на тест-драйв Бэху. Возьмем эту драйв-бэшечку и посмотрим, что она из себя-то представляет. Так, аккуратненько. Бэха у нас стоит 800к. Ну, продам 100 лямов. За АЗС. Вы серьезно сейчас? Нитрёный батон. Ну ладно. Или как там? Кстати, я сейчас вот ехал, ну, на такси работал, и, короче, смотрите, там на такси на четвертом сервере работал, ну, не подрезай же, что ты делаешь, чувак, я тебя обогнать просто хотел. Во, вот в такой цвет мне больше нравится, да, вот именно в такой сделаем, и диски поставим другие, наверное. И, короче, смотрите, он начинает меня я еду, впилился, короче, в одну тачку, и подходит мент, ничего мне не говорит, и тупо начинает меня стрелять, я уезжаю от него. Хорошо, что я вышел потом, блин. Он даже не сказал, остановитесь, я, ну, если он не сказал, остановитесь, я не обязан останавливаться из-за того, что он за мной побежал. Он просто, смотрите, я вот так остановился, ну, впилился, конечно, куда же без этого, я назад сдаю, он вот так приходит ко мне, я чуть-чуть еду вперед, аккуратно вот так выезжаю, и он бежит за мной, потом бац, стрелять на меня начинает.
Ну вот, это НРП. Он даже не, ну, по РП не достал пистолет свой этот, как его. Ну, оружие по РП не достал, ничего. И просто начал меня стрелять. Вот такие вот бывают вот ДПСники. Я просто свалил оттуда. Ну ладно. Аккуратненько сейчас. Опа. Вот 707 стоит тут. 760 не смотрите. Оп. А, это 750. Так. Аккуратненько. Максим Байконур. Так. Toyota Supra. Ford F-150. Raptor, точнее. Так, Vita. Touareg. Блин, Touareg, кстати, прикольно сделан. Мне он очень нравится. Но я не могу его купить, так как у меня бюджет другой. Лиаф вот стоит. Е30. Стоп. Вот же она. Так, тест-драйв возьмем ее на тест-драйв. Так, жалко, тут какого-нибудь спойлера нельзя поставить на нее. Ой-ой-ой, какая же она топовая, эта бэшка. Сколько валит, кстати? Так, 120, 130, 140, 150, 157, 163. Так, 170 валит уже, да? 168, да, максималочка? Ну, 170 максималка, ну ладно. Я умер, да? Да, походу я умер. Ну ладно, короче, друзья, сейчас я умру, ой, то есть в больнице лекнусь, куплю тачку и продолжим. Короче, друзья, решил я сейчас сбегать в БУ, посмотреть, есть ли там бэхи, а то, ну, не очень хочу я бежать сейчас до туда, чтобы там купить бэху вон, а, это М4, да? Она для нас, к сожалению, недоступна, так как у меня нет денег, но, блин, она мне нравится жестко, я ее вон та еще хочу купить. Вот это просто жирная тачка. О, Лиаф стоит. Но Лиаф я не хочу. По крайней мере, тут не хочу. Ну, можно, кстати, на пару дней покататься. Так. Что у нас тут? Это мотик какой? Блин, ну, походу... Это что за низкий? Это восемь? Вау, топовый восемка. Так. Хоть бы нашелся какой-нибудь подписчик, кто мог меня подвести до салона. Ну, или такси... Таксист! Блин, таксистов нету, да? На Лиафах своих топовых. Ну ладно. Следующая серия, наверное, выйдет, как я вот Волгу покупаю, да? Скорее всего, куплю ее с БУ, так, ну, так как для нее сначала гидравлика стоит 250к, а у меня даже 250к нету. И вот, чтобы ее топово затюнить, надо ее СБУ убрать, чтобы топово затюнить, да. Короче, кол, 25-35, да. Такси, срочно. Так, срочно. Так. Пишем. Срочно написали. Кстати, Волга валит. Ой, не Волга, а Вольво валит лучше, чем Бэха. Которые я сейчас буду покупать. Ну, кстати, Волга тоже валит лучше, чем Бэш, который я сейчас буду покупать. Ну и, собственно, все поняли, я думаю. Так, давайте. Никто не понимает. Стой, чувак, стой. Нифига я сейчас. Так. Сорян. Так. Он сейчас напишет, я думаю, нам пару очень хороших матерных слов. Но это его дело. Не насрать как. Так, я извинился, мне пофиг на остальное. Короче, давайте сами сейчас побежим. Давайте, чтобы... тогда... Я думаю, сразу после этой серии выйдет серия, или завтра выйдет серия, как я покупал... Ой, то есть тюнинговал свою бэху.
Но снимать я буду сразу после этой, так как... я сразу хочу покататься на бэхе, которую уже затюню. Я надеюсь, будет это не очень дорого стоить. Продам ГТР. Конечно, продашь ГТР. Я думаю, еще стоило бы посмотреть в автосалоны дорогих авто. Может, я оттуда мог что-нибудь купить, но я не уверен. Вон стоит. Стоит моя машина. Как я вчера пересматривал тачка, тачку на прокачку, короче, серию свою. И там, когда монтировал, вот этот тот чувак, который не продает ее. Блин, ну довольно топово выглядит, да? Ну да, мне нравится. Таксистов нету? Нет. Короче, машина такая у меня стояла, там, УАЗик. Я такой, стоит! Машина потом написал. А то, ну, думал, что вы по-другому подумаете. Это, ну, юмор у меня не очень. Ну ладно, чувство юмора хромает. Давайте сейчас побежим и так уже. Так, смс 555525. Как дела? Я вот его искал вот вчера еще, потому что мог бизнес купить. 560к бизнес продавали, прикиньте, закусочную. Я ее не купил, так как чуваку мозг дали из-за уштопа. Он там судил, что ли. Не знаю. Короче, сейчас побежим. Александр... Как-то там. О, Nissan вот продают. Лиаф. Кто-то вот написал Nissan не Лиаф, а Фиал. Так. Ну да, это им название машины путается часто. Так, сейчас купим нашу щетку тачку. Смотрите, какой велик стоит, а? Это первобытный велик. Такое ощущение, что этот велик старше меня. Валера Багров. Валера! Ты дурака кусок. Ладно. Так. Что у нас тут по тачкам? Супра, Лансер. Можно, кстати, купить было. Форд Раптор вот стоит. Так. Суперб, вот Мита, Туарег, Nissan 240SX, Opel Astra, M1, M5, CR, ну, GMC-шка, короче, EAF, Vesta, E30, ну, я знаю, что E30 нам мы будем покупать, только я вот до последнего думаю, купить ли ее. Ну, ладно, купим пока E30, пока будем на ней кататься. Да, вот белого цвета мы ее покупаем. Все, купили, да? Документы на транспорт будут оформлены. Видос норм. Блин. Вот, BMW E30. Так, смс 555-525. До сих пор снимаю. Короче, вот наша тачка. И какая же она резвая. Ой-ой-ой, боком даем. Так. Блин, красный. И еще мои любимые тормоза, которые нифига не тормозят, но пофиг вообще. Так, давайте сегодня же получим на нее номерки. Не про УАЗ. Что за УАЗ? А, УАЗ, наверное. Так. Ой, Лиаф. Давайте-ка. Фары такие. Это что, не он? Так, нет, не он. Так, она валка? Ну, нет. Нормальная, короче, тачка. Мне нравится. Сейчас получим номера. И закончим серию. И сразу после этого я, наверное, сниму видос, как я ее там тюнингую. Так, аккуратненько, тормоза работают.
Так, что это происходит? Ладно. Аккуратненько. Стой, 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 стой. Тачка, тачка. Аккуратненько. М-ка. Это М3, да? Так, и М... Блин, извиняюсь, посторонние звуки. Да, это М3. Ой-ой, какая же она топовая. Продам предприятие автомойка. У нас лям 200. Купим автомойку, а? Так, давайте спросим, почем она? СМС 104, 90, 47, цена. Димон. Блин, я приехал. Так, цена. Спрашиваем мы. Так, 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 так. Когда я успел проехать-то? Аккуратненько. Давайте вот тут вот припаркуемся. Ой, стоять. Блин, весь зад покорявил себе. Так, вот таким вот образом мы купим себе номера. Надеюсь, какие-нибудь блатки выпадут. Там типа МК или МММ. Да, купить, все, купили мы. МММ, давай по-братски. Вот, пожалуйста. МММ. Давай, 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 прыгай, прыгай. Опа. Чё? Чё нам выпало? ТКМ. Так, цена. Ой, блин, как дела отправил. Так, цена, вот, цена. Лок. Один ТКМ 527 нам выпало. Ну ладно. Сейчас, короче, еще вольнем на ней. Ой-ой-ой, нифига. Перед Нивой аккуратненько проехали. Как дела, еще раз ему написал случайно. Ну ничего. Она двухдверная, да, жалко. Жалко, она двухдверная. Но я знал, что она двухдверная. Когда покупал. Смотрите, как дрифтит. Лимон нам звонит. Так, давайте вот тут вот остановимся, узнаем цену. И на этом, думаю, закончим. Цена какая? О, какая. Ты продаешь мойку. Мойку. Так. Видос норм, нет, не провела. Цена вот. Продам предприятие автомойка. Ну, автомойка. Цена. Так. Давайте вот тут вот посмотрим, сможем ли мы боком вольнуть. Ой-ой-ой. Пятаки крутят неплохо причем. Давайте вот так вот крутанем. За 2.5 какая третий левел улучшен. Опа-опа. Короче, друзья, купили мы вот такую вот прикольненькую тачку. И, наверное, следующая серия выйдет, как я ее тюнинговал. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал Мят, подписывайтесь на мой канал. Ссылка будет в описании, еще и на группу. Всем удачи и всем пока.